Ну, в первую очередь, это, как по сути с аналогией вчерашней, это выразить протест против прошедших выборов, потому что вы сами видите результаты. Это 46 мандатов у партии Биримдик, 45 мандатов у партии Мекеним Кыргызстан. То есть, по сути, ну, всем уже довольно известно, что клан Жээнбековых, Матраимовых, он уже как бы стал, можно сказать, это две головы одной гидры. И эти люди сейчас полностью контролируют таможенные органы. Может, вы смотрели мое предыдущее расследование, что племянники президента сегодня возглавляют таможню Юго-Западная, Рустамбек Баранбаев. Один его племянник работает начальником отдела генпрокуратуры и курирует вопросы по контрабанде Сооронбай Жээнбекова. То есть все это идет к тому, что буквально в стране устанавливается такой режим таможенной ОПГ во главе с Матраимовым и Жээнбековым. Результаты выборов в некотором роде приводят к тому, что перспективы этой ситуации для изменения не будет, если оппозиция не объединится. И мы сейчас ожидаем и другие оппозиционные силы, которые тоже придут сюда и поддержат протест.